Спасибо. Зададите вопрос. Скажите пару слов о мероприятии, которое прошло, как вы видите вообще это самое, все развитие в Украине вот после вот мероприятия. А я считаю, что это очень важно, что сейчас Украина начинает вот свой путь, найдет свой диалог в общественности. Никто извне не имеет права и не может решать судьбу этой страны. Поэтому украинцы через диалог, и не через кровь или деньги, должны решать вот эти вопросы. И я видел, вот как это все начинается сейчас. Хаотично, сумбурно, но позитивно.